О, привет, народ. Ух, лето во Львове. Погода холодная. Прически нет? Да, некоторые люди идут с коротким рукавом. Это закаленные люди. Вот мы завернули от площади рынок и увидели такую красоту. Завернули куда-то не туда, куда нам надо. Так, что-то это знакомое. Это не доминиканская случайно церковь? Потому что мы здесь в Гугле уже запутались чуть-чуть. Давайте я отдалю. Классно смотрится. Очень просто. Прям величественно. Так, улица Савропигельска. Так, сейчас я вам красивенько так покажу. А ну. Вообще, конечно, слушайте. Красота какая. Вообще, честно, ищем реберню. Хотим покушать. Ой, там красота. Ну вот во Львове, куда ни поверни голову, красота. Наташа уже засмотрелась на красоту. О, ну конечно, тут смотрите, дом какой. С всеми фресочками, балкончиками красивыми. Карта да. Показывает церковь Святой Евхаристии ЦЦ. Может такое быть, конечно. Ну, сложно, не знаем достав, поэтому, поэтому надо осмотреть, что это. Но я не понимаю, что это уже закрыто. Сейчас уже после 6 вечера. Музей истории религии слева. Так, это музей истории религии. Вот он. Очень много красивых, конечно, заведений. Написано, идемте, написано. Ой, вот там вот, и вот смотрите. Вон шпиль красивый какой. Боже, небо такое светлое. А холодина. Передать вам не могу. Сейчас вам покажем, чтобы вам было понятно. Вот Доминиканский собор. Он это и есть. И церковь Пресвятой Евхаристии. А чего его переименовали? Я не знаю. Доминиканский собор. Комплекс костел... Доминиканского монастыря, костел Божьего тела. 1749-1764. Ух ты, притронусь-ка я к давнине. Красиво, ворота красивые очень. Ох, жалко, закрыто уже. Ой, здесь даже, давайте с вами голову закинем. Да главное не упасть. Ай, красота. Очень красиво, конечно. А интересно, как это собор превратился в церковь? Есть же какая-то градация, да? Интересно, к примеру. Вот в комментах бы вы написали, нас бы это порадовало. Хотя это Андреевская церковь, тоже такое сооружение. Для меня это реально уже собор. По монументальности. Так, нам подойти туда. Пошли. Так, ну что, красоту давнину посмотрели. Теперь что? Хлеба и зрелище. То есть, значит, зрелище было. Пошли теперь покушаем. Посмотрим, что нам может предложить. Мы ищем реберню. Очень хочется. У нас, по-моему, такое в Киеве тоже есть, да, Наташа? Да, да, да. Ну, в Киеве у нас никак не получается зайти. Значит, будем искать во Львове. Снова такие булыжнички. Конечно, для моего колена это очень тяжело. Можно немножко провалиться. Ой, какой памятник, интересно, кого? Это у нас кто? Никифор, Епифаний, Дровняк. Так, последний ведомый художник, Лемпиш. Ага. Лемпиш. Ну, такой художник прикольный. Вот, и девочка на нем прыгает. Ну, тоже прикольно. Ну, идем вперед. Да, кстати, я хочу обратить ваше внимание, что очень часто здесь встречаешь досты, заложенные мешками, потому что война в стране. Вот, ну, все еще боремся, сражаемся, но может, уберечь. Конечно, уберечь. Да, нужно уберечь все места, все достопримечательности. И после победы уже мы их откроем, конечно. Лидеру было для нормальных людей. Вот еще, кстати, какой, так, какой костел красивый. Тут без гугла никуда. Так, ну давайте с вами пройдем, что просто красиво пройтись, можно сказать, подышать. Церковь, вы же, господи, Корнятка. Я думаю, что это... Да, я читала. Да? У нее тоже есть такой дост, да. Успенская, вы же Корнятка, Успенская церковь. Красиво, да. Все, идем за Наташей. Вот там памятник еще кому-то стоит. И красивый Доминиканский собор, обложенный мешками. И да, и забитый фанером, как и многие досты сейчас. Тот же часовня Боимев. Мы же так и не посмотрели, а входа нет.
закрыто все. А сколько закрыто памятников обтянутого мы показали на площади рынок, да? Трамвайчики, красота. Ставьте лайк, кто любит трамвайчики. Я обожаю. Мы сегодня здесь проезжали. Я тебе что сказала, барахолка продает книги. А, помните Блошиный рынок в Кракове? Здесь такая барахолочка. Точно, смотрите, какой трамвай. Красота. Just Lviv it. Просто Львов это. Класс. Трамвайчик, трамвайчик маленький. Книжки продаются. Это Иван Федоров. Это памятник Ивану Федорову, который первопечатник. Очень похоже просто. Вот. Там вон тоже на земле была отметка, что можно было посмотреть. Да, наверное. Памятник Ивану Федорову, который первопечатник. Вот. И красота, и Доминиканский собор. Идем и рассматриваем с вами все. Ну вот, можно посмотреть красоту эту. Корнятка. Как горнятка звучит. Корнятка. Может, это фамилия? Слушай. Не знаю. А это что? Мужчина в шортах и в майке. Мужчина. Вы такой теплокровный. Я в шоке, честно. Где? Красота. Ну, вон пошел мужчина сзади. Боже, сейчас девочка придет. Сейчас я вам ее сниму. Наташа, стой. Да. Просто замри. Да, я поняла. Вот эту девочку я снимаю. Посмотрите, елки-палки. Человек в топе. Посмотрите, в чем мы. Человек в топе пошел. Нормально себя чувствует. Класс. Пришли мы уже в Реберце, а тут такая очередь. А что работает? Не знаю. Это ж просто очень много. Не, я так не согласна ее стоять, честно. В красивом месте. Это Арсенал. Но это что-то с чем-то, такая очередь. Не знаю даже, стоит ли ее стоять. Боже, люди, вы постояли бы такую очередь. Наташа уже другое, ищет что-то, читает. Нет, крылья, я не хочу, там бухать надо. Вот. Ну, потому что там бухать надо, это точно. Что, люди просто нормально идут, все это. Я просто не представляю, так сесть поесть в такой толпе. Нет, что-то не хочется. В общем, ищем что-то другое. А что там сказать? Правда, написано, не побувати у Львові. Не побувати у цій в Реберні. Це не бути у Львові. Побуваємо в Києві, да-да. Да-да-да-да. Ні попіть наливки, не бути в Львові. Ні залізти на ратушу, не бути в Львові. Да-да-да-да. Не підписатися на нас просто, не смотреть путешественные канали. Вообще, ребята, просто. Ставим лайки, подписуємося. Зараз підемо їсти какое-то другое місце. Борщ пойдем есть. Пойдем. Кебаб. Шаурму. А очередь прошла. Смотрите, а сейчас толпа снова идет. Мы же с тем наблюдаем просто. Мы понимаем, что, скорее всего, на улице надо будет сидеть, но это как бы холодно. Это мы так думаем. Да, это так. Посмотрите, опа, толпы. О, вот там обороте. Как Наташа пошутила, свиньи созревать не успевают, да? Они родиться не успевают, сколько там свиней. А вот уже, да, вот толпа такая. Только что могли там стать. Но просто понимаем, что сидеть на улице очень холодно. И просто еще или с кем-то подсаживать не хочется. Нет, идем вот куда Наташа сейчас нашла другое место. Тыкнула куда-то пальцем. Ну, идемте. Идем просто на людей смотрим. Очень много людей. Но есть, конечно, свободные столики. Вон, очень много свободных столиков, уже вижу. Но это очень холодно на улице. Смотри, сидят голые люди, я не разумею. Не, может, у них трошки выпало же. То, может, им полегче. Вот, а так, конечно, идем вперед. Какую-то новую локацию, которую Наташа обнаружила. И вот это Арсенал, кстати. Вот красота. Смотрите, какая красота. Все еще мы проходим Арсенал. Часы. Вот, ратуша. Не ратуша. Наташа, это что у нас? Ой, боже, запутались. Наташа уже говорит, все, я в гугле уже задолбалась. Смотри. Что это за травинка? Зеленая. И Наташа, ищущая, где нам поесть свининки. Боже, какой запах, просто пахнет супер. Ой, два трамвайчика, загадывайте желание, проезжают. Красота. Вообще супер. Так, все, идемте. Красиво как. Ну, без чего-то 8 уже, да? Будем есть после 8, народ. Стыдно, но что делать? Спокойно. Бернардинский монастырь. Есть такой, есть, да. Такой. Бернардинский. Так. Бернардинский монастырь, в общем, да.
Так, монастырь, а вон слева еще красота. Но я уже Наташу задергала. Она говорит, все, хватит, надо есть. Вот вход, кстати, в арсенал. А мы идем в надежде найти вкусный ужин. Вот Наташа все еще пытается найти нам адрес. А я показываю этот монастырь. Красивый. Бернардинский. Или я снова неправильно произнесла. Прошу прощения. Еще раз, Бернардинский? Да. Будет так. Все, класс. Там он написан, еще. Ну, все, в субтитрах напишу. Красота. Так, куда мы... Гугл нас вводит, чтобы вы понимали. Гугл не хочет, чтобы мы вообще поели сегодня. Я что-то не могу понять. Гугл нас обманывает сегодня. Слушай, а может быть, что это в середине находится? Может. Монастыря Бернардинского, конечно. Ну что, нет? Да не, ну я не знаю, смотрите, в лесах все здесь, красота. Так, ну все, идем в середине, в кафе, пошли. Подожди, ты меня потом прибьешь, не, я не хочу так. И вместо свиньи съешь. Мне это неприятно. Площадь. У вас были с Гуглом проблемы? У меня были, кстати. Он бывает ведет памятник. Вообще в другую кому сторону. Памятник? Памятник, кому? Бернардиру. Прикинь, а если нет? Ну вот нет, это, значит, наверное, нет. Это улица, вот. Прикладываем карту к местности. Да, значит, у нас поворачивает, мы уже кругами прошли, аппетит нагуляли, калории сожгли, но не поели, не знаю, кстати. Может, мы прошли его? Чего не увидели тогда? А ну вот, смотри, квитковый годинник, и вот оно, так оно он показывает на арсенал. Может, они может, там вот еле люди сидели, ели. Ты говоришь, там блогерша прошла какая-то. Вот может это оно и есть. А что там? Люди сидели, ели так за витринами. Так квитковый годинник. Ну вот там вот люди сидели, так, значит, ели. Так вход сюда, отсюда. Ну пошли. Откуда ты там видела вход где-то? Не знаю. Я не видела. Давай попробуем. Сейчас такое, следующая серия. Наташа не успела хрюкнуть. Ей уже прилетело, да? Какие копытца от нее остались. Ну люди явно не молятся. Да, по-моему, люди шли поесть. Ну хорошо, идемте. Сейчас чувствую, зайдем с другого конца и поедим все-таки ребрышек в это. Мужики, балкончики. Красота. Вам с нами не скучно, зато я понимаю. Нас постоянно кто-то развлекает. Или Google, или Визер. Я даже не знаю уже, кого благодарить за контент. Да? Зачем Боженька дал им карту? Да? Еще и интернет. Телефон. Боженька телефон. Просто хорошее настроение. Посмеялся. Он да? смеется с нас. Ух ты, класс. Правильно делал. Так. Посмотри, как разрисовали. Да, я вижу. Красиво очень. Я посмотрю, что здесь выходит. Заходит. Сейчас подойду. Угу. Может, нет, ну фотографии другие, понимаешь? Даже да. Это, меню другое. Куда-то мы попали. А, я могу не прошить, чтобы ты попали. Господи, главное выйти отсюда. Ну, вон дымок какой-то идет, я не знаю. На дымок? Люди вышли бы на дымок бы. Так, идемте на дымок, а там уже включимся. Попьем кофе. Ну, мы там прошли, там был подземный переход. Мы подозреваем, что вот этот вот ресторан, возможно. Возможно, не он. Возможно, Google просто хочет нас оставить все-таки без ужина. Не знаю. Названия тут нет, все зашифровано. Да, это он, и тут, похоже, тоже очередь. Красота. Ну, так я завжди? Он такой элитный человек, что вышел из ресторана. То небагато. Да? Були колись до входу, вот там, до арки. І що там їли? Їли чергу. А що, поставили стол? Ми за нами. Наверное, ми диви, последні. Що там написано. Так, а що у нас? Прийом громадян. Ага. Виконання покарань. Громадян. Исполнение казни, то есть, получается. Смотрите, какой. Прям. О, Наташа поулыбалась, мужчина прям вышел к ней, вообще прикольно. Вот такие вот, он смотрите, как все. Он уже устал исполнять покарание. Да. Прикольная тема, да, я тоже покажу. А вот смотрите, какая красота. Здравствуйте, я красава на солнце. Ага, да, о, это очень хорошая вывеска. Так, а вот красота, да. А это просто красота. Угу. Ну что, мы уже почти первые в очереди, поэтому надо стоять. У нас уже в зал проводят. Столик на двух. О, сказал, тут можно сесть. Вот так вот.
Так, сели мы за таким столиком, столик небольшой, такие маленькие бочоночки, значит, по QR-коду меню, и сзади меня тепло, потому что жарят шашлычки. Сказали, шли хоть куда. Это мыши дуре Берни, это тоже жаровня. Я говорю, нет, спасибо. Да, спасибо. У меня уже спинка теплая, мне хорошо. Люди вкусно кушают в конце рабочего дня, ну, слава богу. Вот, что мы хотим выбрать, справедливость на двоих, 816 гривен. Вот столько здесь мяса шашлыка, наверное, это выберем просто. Чтоб не заморачиваться. Да, уже есть, хочется, уже куча людей, и все, пусть уже готовят. Друзья, туалет такой кайфовый, по сувенире, что я вам просто сейчас его покажу. Заныривать нужно сюда прям. Вот, обходишь пещеру страха. Пещеру страха помните? Сейчас кто-то руки досушит и зайдем с вами. Все, заходим в туалет вообще просто, да, подземелье такое, ёлы-палы. Такие кабинки просто, вон, тики для ката, для палача, для того дядьки, что Наташу не заговорил, для суперменов, ну классно, для людей с потребностями. Давайте посмотрим, тут такой светлый, я зашла в такой вообще туалет, просто, блин, он такой темный был. Сейчас, если кто-то выйдет, я вам покажу. Тельки стоящие. Вот такой примерно вот у меня был туалет. Входим. Ух ты, ёлы. Вот такой вот он. Темный мужской. Это за рулем мужской. Сейчас женский посмотрим. Не-не, сейчас посмотрим. Кстати, я в этом была. Сейчас вам покажу просто. Ой, ты-дин, трон такой. Вообще офигеть просто. И лампочки горят. Вот это я уже почти обозвала. Наташа, пиво уже принесли. Скажи. Аромат твой, вкус не твой? Аромат такой обалденный. Это, нет, ну сказать, что это духи, очень цветочный даже немного аромат, что странно, да? Но вкус такие горьковат, для меня горьковат. Ну, у тебя такие очень предупредил официант. Ну да, он предупредил. Це гірковатий, а це кисловатий, таке щось посередине. А у нас є солодке, таке спокійно. Ну, що ви робите? Не надо, не надо. Вот, кстати, уже прибори есть. У меня вкусный, классный. Даша пробовала, сказала классный. Он там тоже блогеры. У меня классный. Ваше здоровье. А класс вкусный, но не очень сладкий. Кстати, он... Пока что-то мы ждем, тут происходит. Значит, в клетку женщину загоняет палач и пытается ее помучить. Боже, давай. Это просто лучше. Закрыл в клетке, нет, серьезно. Не-не, давай, за что интересно? Вот так вот, спрашивают, что будем с ней делать. Ай-яй-яй, еще подвесить такие, это просто прикол какой-то. Это просто круто. Вот такое шоу еще. Еще куда-то опускает, да ну нафиг. О, Блюк опускает ее, вообще прикол. Палач ушел, девушку оставил, опустил наполовину вниз. Видимо, в наказание без ужина. Вот так вот. Это он... Сейчас клеймо будет ставить, чувствую. Вон, шашлычки-то уже когда нам привезут. Прикольно. Ну, девушка уже там вообще просто вот внутрях сидит и, по-моему, ржет просто. Ну, молодец. Ну, Наташа говорит, мне это не очень нравится. Я боюсь. Я фильмов насмотрелась. Сначала весело, а потом не очень. Я вот не знаю. Вот такие вот тут приколы. По-перше, це как она, котівня. Це ж вообще, вот ты же бачишь, она все, шипы. Ну да. Ну, во-первых, мы посмотрели, что служба виконання покарання. А, это вот такое. Что, нагрелась уже? Клеймо нагрелось. Ой. Боже, вот наконец-то мы и дождались. За 816 гривен. Значит, смотрим. Это понимаю, что это говядина. А, 4 кусочка. 3 курочки, 3 свининки. Но честно, маловато. Это не стоит 816 гривен. Это не стоит явно. Нет. Сейчас буду пробовать. Постоянно играет музыка, много поздравлений. Ну, прикольно, но снимать видео тяжело. Поэтому ждем ваших лайков. А сейчас я все попробую. Покажи, еще есть овощи. Ну, не знаю. Маринованные, він сказал, да, маринованные. Очень любят эти маринованные овощи, я, ну, попробую лучше. А перчик, интересно, острый? Вот это вот для Наташи оставляю. Ага, за что? Так, ох, это свининка. Ну, не знаю, очень-очень долго мы ее ждали.
Чтобы она была плохой, мы ее очень ждали долго. Ну что, жуется или плохо жуется? Жуется, прикольно. Но не тает во рту. Шо-шо? Ждала большего. А, ждала, говорит, большего. Ты рассказывай. Сейчас мы это, я поняла, мы сейчас поедим и пойдем в Риберню. Это что? Что ты такие? Опять свининая? Курица? Это курица. А, которая с картошкой перепутала. Проблема в том, что YouTube банит музыку. Да, поэтому мы должны говорить. Ага, ну да, значит, вот тут очень громкая музыка, поэтому мы должны говорить. Пиво я уже пью нормально, так выпила половинку, уже нравится, уже горечь даже ушла. Так что вкусная. Курица есть курица. Ну, дожаренная хоть. Да. Да? Но это хорошо. Так, что теперь есть? Я вообще не люблю. Я думаю, это телятина, не говядина. Наверное, режется плохо. Ой, там что-то это. Опять кого-то бьют. Так. Трудом порезала. Ну, это ж кативня, поэтому все, надо нормально, адекватно воспринимать ситуацию. С трудом порезала? Она остыла, она холодная, реально. Офигеть. Живется плохо. А если мы попросим подогреть, то что? Мы ждали всего лишь минуты две, пока закончили. Ну, минуты две мы ждали, чтобы снять вам видео. А ждали мы заказ долговато, очень долговато, да, на самом деле. Ну, я не знаю. Ну, мы уже два дня рождения прошли, потом три просто дня прошли. Три дня рождения. Не, нам уже принесли заказ. Потом кативню, когда это, да? Ну, короче... Так, я довольна атмосферой, этим прикольным дядькой, то летом. Но еда могла бы быть лучше, честно. Да? Ну, да. Я сейчас тоже попробую, наверное. Ну, Оля не будет говорить плохо, да, я брать не если буду, оно... Если оно хорошо. Тем более, оно столько стоит, что, наверное, вот как в Эмиратах примерно стоит. Ну, да не, ну 80 дирхам. 80 дирхам? За это? Не, да, ты это, что? Это дофига, честно. Это дофига, но... Не, 80 дирхам не будет стоить. Оно будет... Оно будет 400 стоить. Заведение прикольное, заведение плюс, но он не дам. Ну, просто мне, наверное, надо знать, что брать. Мы вот посмотрели, как бы первое решили, что это будет на двух. Ну, сейчас посмотрим. Но мне кажется, тут на двух есть нечего, на самом деле. Просто фигня какая-то. Да, это мало. Это на одного нормально поесть. Да, на одного нормально поесть. А тем более голодного человека. Да, вот такое вот такое видео. Сумбурное, мы шли, нашли, мы поели. Мы почти довольны, как бы, ну, еще еда что-то вкуснее была. Ну, и музыка орет так, что я уже был. Да. Наташа говорит, мясо сырое вообще-то. Не сильно, но... Мясо альденте. Мясо очень альденте. Так что, не знаю. Потому что говядину нельзя так готовить. Стоит ли это похода, но... Холодная альденте, да. Что-то слабенько, как бы, с мясом. Ну, ладно, знаю. Я все равно попробую. Да, так, попробует, я еще жую, говорить надо, бо музыка зачем-то, была спокойная, музыка орет. Неплохо. Неплохо? Неплохо. Вот неплохо. Смотри, альденте вот вышло неплохо. Так, для говядины неплохо, свинина даже мне хуже, а вот для говядины, да. Но мне, наверное, понравилось больше всего курица, как ни странно. Ну, но еще ходить в Реберню за курицей, это глупо. Да, это глупо. Нам рахунок принесли. Куди? А, я куди? Ні. Рубай всі. Рубай всі. Один палець? Ой, Боже, Боже, що це буде? Ні. Ну, а що я повинна робити? Ні! Давай. Вибачайте! Да. О, Боже! Что? Я не зрозуміла, що це було. Отак дають рахунок. Ні, за що? На це тобі? О, Боже, Боже! Ой, Боже, Боже! Отакий рахунок. Отак виходить. В общем, друзья мои, такое сегодня видео. Мы с вами честные. Еще и жую говядину. Ставьте лайки, подписывайтесь, нам будет приятно. Всем добра. Попробуй это.